полицию города Якутска обратился мужчина с сообщением о том, что у него похитили 20 бивней мамонта. Ущерб составил 4,5 миллиона рублей. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 3 ранее несудимых уроженцев города Якутска 20, 22 и 25 лет. Было установлено, что злоумышленники приезжали к потерпевшему под видом покупателей, которые откликнулись на объявление о продаже бивней мамонта. Через несколько дней ночью преступники проникли в гараж, откуда похитили дорогостоящий материал. Похищенное они вывезли в город и спрятали в частном доме. В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемые причастны к совершению еще одной кражи бивней мамонта, совершенной ими в октябре этого года. Тогда злоумышленникам удалось похитить 21 бивень мамонта стоимостью более 6,5 миллионов рублей. В ходе проведенных обысков похищенное было изъято. Следственным управлением МВД по Республике Саха возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.